14 месте на прошлом чемпионате. Это, конечно, не только для нее, это и для страны очень хороший результат. Как звучит музыка, одно движение действует за другим. Очень приятно смотреть на взрослых, владеющих собой не только телом, но и эмоциями и предметом гимнастки. Этюды, которые редко сейчас стали включать в программу гимнастки. Молодец. Все, что она могла, она сделала, и только в одном месте, желая поймать, вернее, у нее задумано было поймать. После броска сложно, но она увидела, сложно сзади в ноги, но она увидела, что предмет летит неверно. Она вот эти интересные два равновесия соединены с работой предмета. Так вот, она приняла решение принять без оценки, то есть без добавления в оценку, но и без потери. Конечно, это не приветствуется, когда это делается намеренно, но, к сожалению, бывают такие моменты, когда доверяй, но проверяй. Немного не соответствует выход спортсменок и друг другу. Выход спортсменок и стартовый протокол, потому что второй в этом стартовом протоколе числится гимнастка из Италии Александра Джоджико.